Люкс-карта. Чем ближе время открытия ресторана «Аргентина Гриль», тем больше программа «100 градусов Цельсия» начинает напоминать остросюжетный сериал. Нашим героям ежедневно приходится принимать судьбоносные управленческие решения. Внештатные ситуации только повышают накал страстей, неизбежно приближая нас к точке кипения. Каким же получится финальное блюдо? Скоро на ресторанной карте Харькова южноамериканская атмосфера, настоящие стейки «Аргентина Гриль». Это программа «100 градусов Цельсия», и именно сегодня мы откроем вам очень интересные секреты из ресторанной жизни компании «Люкс-карт». В предыдущем выпуске программы дегустационная комиссия подвергла жестокой критике блюда, которые были представлены бренд-шефом как часть проработки меню для будущего ресторана «Аргентина Гриль». А мне вообще не нравится. Чистая это мое мнение, я так и записал, можешь посмотреть. Неожиданным для всех во время дегустации стало появление дизайнера Алексея. Я приехал вообще по другому вопросу. Заказчик на Дубровском выгнал всех рабочих со стройки. Это необходимо сейчас ехать решать вопросы. Пока представители «Люкс-карт» разбираются с внештатной ситуацией, возникшей в комплексе «Дубровский», поварам поставлена задача в течение 2 часов представить на дегустацию новые блюда, которые будут соответствовать мясной концепции «Аргентина Гриль». Время очень мало, 2 часа на все приготовление. Бренд-шеф ушел сейчас, давайте быстренько. Справятся ли они с этой задачей? Смотрите далее. Время очень мало, нужно быстренько приготовить около 5-4 блюд, которые вечером пойдут на дегустацию. Никит, если можно, пожалуйста, каре, сковородки и телятинку принеси. Девочки, чего там стоим, закончим, работаем, время ограничено. Сейчас быстренько все сделаем. Я думаю, что вечер будет наш. Тем временем в Дубровском представители компании «Люкс-карт» продолжают изучать готовность заведения к открытию. Мы с вами уже видели ландшафтный дизайн и бани. Удастся ли уговорить заказчика возобновить строительные работы на Дубровском? Посмотрим. Вот это отлично, хорошо они сделали перила. Очень нравится, Леш, твоя вот эта идея по поводу стекла. Смотрится великолепно, как раз вся атмосфера осталась. При этом безопасность наших гостей на высоком уровне. Я смотрю, берег почищен, да, то есть у нас уже как бы готово, да? И дочищать еще будем еще в любом случае. А подсветили уже берег? Да, уже подсветка готова. То есть я думаю, что проблема в том, что человек просто не в курсе, сколько сделано работы и быстро на эмоциях принял решение. Я сейчас пойду ему позвоню, попробую уладить этот вопрос, чтобы у нас завтра продолжилась работа. Чем ближе к дате открытия заведения, тем больше начинают зашкаливать эмоции. Конструктивный диалог и компромиссные решения в данном случае – лучший выход из любой конфликтной ситуации. Ничего там такого страшного нет, это эмоции, как я и говорил. Я взял под свою ответственность, чтобы завтра у нас продолжилась работа в полном объеме. И выводи, наверное, дополнительную бригаду, дабы надо заканчивать этот марафет, чтобы показать, что все продвигается и красиво. На кухне ресторана «Терем» кипит работа. До вечерней дегустации остается все меньше и меньше времени. Саш, скажи, что из этого мы будем готовить? Я думаю, каре раз, рубленый стейк два, тибон три. А давай их все пожарим. Там у меня гарнир новый есть, хорошенький, из перчиков я покупал на базаре чили. Стейк – это не просто поджаренный с двух сторон на открытом огне кусок мяса. Это целая культура. Королевой стейков неизменно остается говядина. Обычно используются порционно отрезанные куски мяса толщиной не менее 3 см. Виды стейков выделяют в зависимости от того, с какой части туши было вырезано мясо. Рибай-стейк вырезается из-под лопаточной части туши. Он содержит большое количество жировых прожилок. Клаб-стейк имеет небольшую реберную кость и вырезается из спинной части. Сирлоин-стейк вырезают из поясничной части спины в области головной части вырезки. Уникальность ресторанного комплекса «Дубровский» в том, что тут можно будет проводить торжества европейского уровня. К примеру, как выглядит свадьба в европейском стиле. Чаще всего на открытом воздухе, в окружении цветущей террасы загородного ресторана, с раскинувшимися шатрами, драпированными тканью и живыми цветами. Тут же расположен фуршетный стол и небольшие столики для гостей, оформленные в едином стиле. Романтика. И скоро все это станет возможным в Дубровском. Мы
На данный момент здесь лежит уже итальянская плитка, которую положили. Она в этой части без затирки. Ну, мне очень она нравится. Хорошая очень. Не, отлично. И цвет отличный. Цвет и... подобран. Как раз вообще атмосфера классно. Будет суперовая. А вид какой открывается отсюда, из этой беседки. Я так понимаю, что 200 человек и 200 даже 50, если нужно будет, мы посадим, да? Ну и да, это учитывая будет один возможно... из самых больших в Харькове посадочных каких-то банкетных летних залов. Мало того, я уверен, что он будет один из первых, который покажет правильный сервис относительно в сопровождении свадебных мероприятий. Это ну да, относится и наша зона росписи, четкие европейские стандарты. Постараемся задать уровень тот, который еще не задавал никто. Здесь уже, в принципе, основные работы уже все самые-самые важные уже закончены. Уже заведена электрика, осталось только уже основные работы по нашему красивому полу. Это единственная работа в Украине, которая выполняется в таком исполнении. Еще такого в Украине никто не делал. Повторяли подобные варианты, пробовали в Москве, но не сильно получился даже тот результат, который хотелось бы. Что касается атмосферы, она уже потрясающая здесь. Здесь тишина, непередаваемый вид из окна. И вид, обзор. Обзорность, широкий большой зал. Кухня приехала? Да, кухня приехала, мы просто вообще первично сделали расстановку. Давай быстро посмотрим и да, едем давай. Дальше, потому что у нас дегустация. Все выводы заранее уже сделаны, нам осталось только уже проверить, будет ли функционально вот в таком расположении работать правильно и уровнево кухня. Готовность уже есть, как бы самое главное оборудование уже на месте, то есть вместе с банями мы его запустим вместе уже, с банями, да? T-bone – это стейк на Т-образной кости. Его вырезают из участка туши на границе между спиной и поясничной частями. Он состоит сразу из двух видов стейкового мяса – филе миньон с одной стороны и косточки Нью-Йорк с другой. Портерхаус – это стейк, который вырезают из поясничной части спины в области толстого края вырезки. Раунд стейк вырезается из верхнего куска тазобедренной части. Данные названия отражают влияние именно американской культуры на развитие стейка и традиционно считаются классическими видами. Подошло время повторной дегустации. Какими же блюдами будут удивлять шеф-повара? Ну что, друзья, наш завтрак так получилось, перешел плавно уже в ужин. Нас покинули некоторые наши друзья. Более важные дела есть на сегодня. То, что сейчас я вижу на столе, как бы, мне кажется, что уже гораздо ближе к нашим задачам, чем было то, что с утра. Поэтому, Саш, представляй блюда, пронумеруем их, и будем, как с утра мы собирались, дегустировать. Первое блюдо у нас будет, это фиш-чипс. Рыба. Второе, я бы наверняка не затягивал, мы бы попробовали тибоуны из теленка. Третье, каре, теленка, биточек на кости. Четвертое, свинина с ананасами и острым соусом из перца халапеньо. И последнее блюдо наше будет рубленый стейк из телятины с яйцом. Я бы добавил, ну, мне очень сразу нравится, пока блюдо целое, подача. Подача соответствует как раз нашим идеям. И на нашей тарелке это смотрится особенно, ну, интересно. Это прожарочка медиум. Чистый медиум. Такой вопрос, на котором часто летят официанты на экзаменах. В какой прожарке должен быть свиной антрикот? На самом деле у свиньи есть только одна прожарка, это well done. Есть свинину, ну, так как телятину, например, нельзя, потому что в ней иногда бывают паразиты, и ее надо прожаривать очень хорошо. Если вы где-нибудь слышите, что какой прожарке вам подать свинину, бегите, чем быстрее, тем лучше. Все блюда здесь прошли, ну, достаточно высокие оценки, больше 4 баллов.
и по подачам, и по визуальным, и по вкусовым качествам. Я думаю, что это то направление, которое нам нужно развивать и доработать. Хорошая, простая, достойная, качественная еда. То, что нам и нужно. Мы не закончили еще наш окончательный подбор с нашей посудой. Да, это то, что мы исправили ошибки утренние и постарались подать и концепцию, учесть ту, которую вам... Ну, за час поменять это все за полтора. Но в целом направление то, что нужно. Мы вырулили и идем правильным путем, товарищи. Спасибо вам большое. Спасибо вам. Спасибо. Господа шефы. Сегодня мы увидели очень много нового. Поэтому, дамы и господа, не забывайте ходить в рестораны и баловать себя чем-нибудь очень вкусненьким. Это была программа «100 градусов Цельсия».